Всем привет, привет, привет! С вами, как всегда, Санули Красотули. Сегодня у нас такая трепещущая тема. Будучи про помидоры и болгарские перца, болгарский перец. Буду читать ваши комментарии по традиции на канале Подволича. Ролик называется «Как посадить помидоры. Деревенский способ. Купил рассаду помидоры, высаживаю в грунт Подволича, деревня». На улице стоит мороз, на улице стоит холодина, сегодня у нас какой-то фуфайки. Шучу, не так холодно. Нет такого мороза. Я думаю, так набрал он 200 комментариев за 10 часов. Он каким шоу? Вторым роликом шоу. Я думаю, там будет гневный отзыв. Будут учить, как правильно садить помидоры. Нормально. Я сразу скажу, пусть они закаляются, потом они будут закаленными сибирскими настоящими помидорами. Помидоры и перца. Ладно. Первый комментарий. Екатерина Яковлева пишет. Больше места не нашел, все в глину садили бы. Так я в глину с песком посадил, я сразу вот земельки, корешки этим посадил, чтобы он... Я же недаром покупал в этих стаканчиках, в объемных этих, чтобы вместе с земелькой посадить. Виктория Мельникова пишет, я не знаю, я не огородник, и огорода у меня нет, и не предвидится. Это так надо, прямо у стены дома, что ли, сажать, чтобы от ветра растения защитить. Да вот как раз наоборот, обычно оттуда ветер дует на них. Ну смотрите, обычно с той стороны дома нет ветра, а вот с этой есть ветер. Ну так задумано, чтобы дышали, продувалось, помидорки насыщались кислородом. Евгений Бижанер пишет, Тошик всегда и тебе помогает помощник. Ого. Особенно любит выкопать ямку, поваляться и туда же справить нужду кошачью. Хельга пишет, рано в открытый грунт. Мы вчера купили рассаду, высаживать пока даже под пленку не стали. Холодно, сегодня в ночь обещают минус 2. Не будет минус 2. Он сегодня выходил, у меня уже 3 часа ночи не будет. Сегодня уже 17 мая 2024 года. Людмила Морозова пишет, помидоры рядом с картошкой самое то. Конечно. А что будет? Людмила Морозова пишет, сейчас твою рассаду ветром замотает, не смеши людей. Не замотает, пусть крепнут. Пусть стоят, крепнут. Наоборот, помидорки, они танцуют. Видели, как у них листики пляшут? Ночью ураган был. Сегодня утром вышел, нормально стоят. Приживается, говорит, нифига себе, мы, говорит, с теплой хорошей теплицы, куда помидоры не знали, что, смотрите, жили себе помидоры в теплице, жили дружно в рассаде, не знали ни ветра, ни холода, и тут на тебе такой стресс, стрессняк для помидор, они такие, ё-моё, куда мы попали, они не знали, что они попали к суперсадоводу в руки. Ой, ладно. Виктория Мельникова пишет. Вовек остался она ребенком среди взрослеющих людей. Тому виной зашит чип и Дейл. Тому виной зашитый в пятую точку чип и Дейл. Кстати, я даже помню, кто там был. Чип, Дейл, два бурундука. Чип это в кепке, Дейл это в рубашке. А гайка это сантехник, который крутил гайки. Рокфор это здоровый толстый крыс. И этот летал-то как его, муха-то. Не муха, а пчела. Как же назывался? Кот еще толстопуз был. Кстати, эти мультики начала 90-х, 92-й год, 94-й год, 97-й год, они, кстати, были популярны. Очень даже.
Любовь пишет, код эфира в сборе. Кулежных пишет, не высаживай, замерзнут помидорки, отнеси в дом. Да ничего не будет, они закаляться будут, кулежных. Пусть закаляются будут сибирскими ядранами помидорищами. Лариса Бурова пишет, где же мама-огородница? Мама. Мама занимается своими делами. Елена Г. пишет, а Галина не видит, что рано высаживать. Она говорит, рано, я говорю, нормально. Лариса Бурова пишет, фитофтора обеспечена, жалко рассаду, кто-то выращивал, попала в хорошие руки. Так она наоборот попала в хорошие руки. В хорошем смысле слова. Надежда Фомина пишет, огородник, даже вытащить из стаканчика соображалки не хватает. Ну, вы, Надежда Фомина, знаете, что такое, наверное, помидоры, в своих руках-то хоть раз и держали. Вы знаете, что совсем чуть-чуть потянуть, совсем чуть-чуть согнуть, оно лопнет, сломается. Надежда Фомина, вы, наверное, в своей жизни никогда не держали помидоры, особенно рассаду. Соображалки не хватает вытащить. Ну, молодец. Вот, не знает человека туда же. Там же надо осторожненько. Осторожненько. Почему я их ветер посадил? Чтобы закалялись они. Так. А Лариса Иванченко пишет, глаза не смотрели бы на горе огородника. Лучше бы с мамой пироги пекли. Очень жаль помидорки. Кто-то отрудился с февраля месяца, выращивал. Так на продажу выращивали. С февраля месяца. И что тут? Надежда Фомина пишет, огородник. Так, это я читал. Надежда Фомина пишет, ломкие, может, хрупкие. Они ломкие. Ирина Ка пишет, сейчас диванные садоводы и огородницы, укутавшись плед на диване, начнут тебе учить агротехники, агрохимии, возделывание томатов, как мультики про Винни-Пуха. Это какие-то неправильные пчелы, они несут неправильный мед. Огород это хорошая выигрышная тема для своих подписчиков. Им здесь целые раздолья для дискуссий, они на огородах, грядках. Все зубы съели, их здесь не проведешь, им не дай поесть, дай покричать. Понял я, Ринака, спасибо в комментарии за защиту. До грядки по полоте. Теплицу я не хочу. Знаете почему? Я уже 555 раз говорю теплицу. А в том году несколько раз был ураганный ветер, и вот эти все новомодные поликарбонатовые хорошие теплицы раздувало, разламывало нафиг. Теплицы стоят не меньше 30 тысяч, самая такая, собрать более-менее, не будешь совсем шняжную собирать. А, ну отдашь ты 30 тысяч, соберешь хороший ветер, раздует твой нафиг. Поликарбонат улетит вместе с этими. У нас он крышу, он улетали вон с этот, с гостиницы здоровой крыши. Там я потом через пару дней проходил, много крыш, короче, и многоэтажных домов. Прям, да. А что тут это вообще? Ниф-ниф, наф-наф. У меня вон у соседей я проходил, там. Поразмотал вот этот весь супер прочный поликарбонат. Потом думаешь, репу чесать. Видите, огород для многих, вот кто теплицу делает, это хобби. Прежде всего, это хобби. Кто любит, это хобби. А хобби, оно затратное, и считайте, оно не окупится. Ну ладно, ты там на продажу, если где-то что-то действительно сделаешь, хорошую, все предусмотришь, чтобы уж не сдуло его ураганным ветром. Но в основном это хобби. Я не знаю, я в свое время много слышал, прям на продаже рассады. Вот любят вот такие огородницы хвастаться. На продаже рассады, машину за сезон, квартиру в Москве сразу, в Петербурге. Рассаду попродаю, свои 5 кустиков наберу. Да ерунда это все.
Думаете, прям так пошли, вот нам даже в нашем городе, ага, все ломанулись прям покупать рассаду, что ли? Сейчас, понимаете, сейчас не то время, сейчас и рынки вот эти умирающие, у нас в Абакане умирающие все рынки, здесь вот эти. Сейчас все пошли в большие гипермаркеты. Нюска, пакости. Большие гипермаркеты, где вот эти все привозные все продукты, вот это все. Знаете, выращивать сейчас, ну, растет, да. Но не так, чтобы А если для души это делать, то это надо конкретно, по идее, делать. И не вот эти ниф-ниф-наф-наф, теплица, а что-то такое более отличное. Да, Нюша? Нюша проснулась, меня все кусает. Кусает. Ладно, что вырастет, то вырастет. Все полезло к штативу. На что ты к штативу этому лезешь? Хорошо ему этим. Мышка сидит. Так, этот спит. Мусик опять дрался. Он каждый день дерется. Так, урока пишет, ну все, держи, сейчас завалят и гороху, урожаю, и помидоров, мама только успевает перерабатывать. Пусть стоят до декабря. Я сказал, не выдергивать, вот снег даст, минус 40 будет, тогда только можно их вытаскивать. Но я имею в виду вот эти, как там, стебли помидорок. Людмила Новикова пишет, в стране рождается герой. А, понятно, короче, Людмила Новикова, свои старые песни. Светлана Вовчик пишет, весь ролик, посадку пару кустов, помидоры, мама потом банки накрутит, и, наверное, не будет покупать за 400 рублей. Главное, чтобы ветром не снесло или зальет водой. Хотя вы знаете, что помидоры любят воду. Ну надо лить не сверху, а под самый корешок. Ну, конечно, хватит там ломать объектив. Еще одна ползет. Не поймал. Все тихо у меня там угомонитесь. Поймаемся. Мышка. Это что штатив затрёсся? Это мышка кабан спрыгнула. Так, ладно, поехали дальше. Куда мы едем, мы не едем, мы читаем комментарии. Татьяна Рощупкина пишет, не смогла досмотреть. Он не умный. А что вы привыкли, что вам все вот выходят свои эти помидоры, вот, например, градки хвастают, или вот эти урожаи, как там, в кавычках, теплицы вот эти. Я показываю то, что есть на самом деле, а не вот эти новомодные каналы, которые там клинки сдувают. Ну, огородные каналы, я их называю. У которых все построено на огороде. А Ольга Любимова пишет, вчера у нас во дворе последний раз появились, в школе еще училась. Это ежик, по-моему, да, это ежик. Появился ежик. Ежик ни головой, ни ножек. Спасибо за фотографию. Есть такое выражение. Ежик ни головой, ни ножек, Ольга Любимова. Наталья Дубинина пишет. Кто такой холод высаживает на улицу? И почему мама самой не посеять рассаду? Это ведь не трудно. О, я только начал про помидоры. Тут сразу повыползли. В правых комментариях одни кликбейты. Выползли методы от дедушек, от бабушек, сажу по 500 лет, никогда не надоедает, встаю из могилы и сажу помидоры. Блин, столько кликбейта. Кстати, сейчас время самое популярное — это огородная тематика. Ну, пока смотрите, вот это все высаживание, вот это все, каждый что-то высаживает. Это самая сейчас популярная тема. Я имею в виду, не считая вот этих всех политических, которые вылазят, пиарятся на чужом горе, например, вот эти все, которые считают себя самыми умными, начинают мусолить давно известные эти темы. А если взять простые темы, сейчас такие популярные именно эти. Огородные. Ну, у людей, кому за 30. Ну, за 40, за 30.
Потому что чем старше становишься, тем ближе к земле. Что-то неудачно пошутил. Чем старше становишься, тем ближе к земле. Ну, если так оно и есть. Так, Аделина прекрасная пишет. Рановато садить помидоры, земля холодная. У нас земля хорошо пропадилась, Аделина. У нас и несколько дней 30 градусов стояло в тени. Там же не сами помидоры замерзают, а именно что корневища, чтобы земля была прогретая, у меня носится тут. А спать лягем уже, немножко. Свет выключу, но тоже угомонится. Эмиль Каримов пишет, ну все, снесли мне штатив. Вы ничего тут ломаешь, Нюша? Бедный штатив. Надо будет штатив заказать, он уже столько видел. Ну что вы там мне с мышкой играете? Так, Эмиль Галимов пишет, волки нападают на овес, сорняки не дают вырасти, цветам. Это же Игорь показывает своими руками, как нельзя сажать помидоры. Так, сорняки не дадут вырасти, ну, Эмиль Галимов, смотрите, я сколько мог удалял корневища сорняков. То есть, когда садишь, корневища удаляешь, чтобы сорняков не было. Так, будешь делать результат, покажу попозже наглядное пособие от Игоря Рассадника, Баба Света. Так, Светлана Дмитриева пишет, в клумбу землю хорошую вроде возила, помидоры в какую сажаешь, хоть бы в ямку черной земли подсыпал. Так они вырастут, а почему не вырастут? Они же этим бутончиком земельным сидят. Они начнут земельку эту кушать, там вот эти все удобрения. Я же их этим стаканчиком же садил там. Это они начнут. А им же жрать. Смотрите, глина и песок им надо расти, им жрать-то нечего будет. Они там скомкуются, крепче свяжутся и будут там вот эту земельку, там вот эти вкусняшки с посаженного стаканчика храмать, кушать, есть. Ой, смех и грех. Но я ж дурачусь, кто-то вообще воспринимает, что я шучу, дурачусь. Сейчас кто-то сидит, кто-то из хейтеров сидит, набычился с таким лицом, наверное. Что несет этот дура? Что несет? Да шучу я, шучу. Че? Пошутить нельзя, что. Все с помидорами будет нормально. Никуда они не денутся. Чабан Нуира пишет, Галина, хватит сидеть дома, иди помогу ему, своему сыну собери пакеты, а не тащи с окна. Красивая пишет, кто же так поливает помидоры, огородник? По-деревенски так никто помидоры не сажает, и холодно еще, если для контента, то ты не умный. Деньги потратил на помидоры, испортил, а перца вообще надо только в теплицу сажать. Нормально будут перцы закаленные, будут. Почему их только в теплице-то сажать? Почему? Так. Она будет твоим помидором, пишет красиво. Инкогнито 6344 пишет. Честно говоря, впервые за свою жизнь вижу такую посадку. Не буду перечислять, что удивляет. Все сами уже поняли и даже написали. Что вас удивляет? Нюшка! Нюша разыгралась, ломает все. Что вас удивляет? Валентина С. пишет. Игорь, помидоры поливают под корень. Они не любят дождевания. Вот хороший комментарий. Я где-то минут 7 или 10 назад говорил, что да, они не сверху, их надо, по идее, поливать. Это я все прекрасно знал. Я просто по инерции забыл. Я знал, что их чисто под корень, чтобы не сверху. Чтобы не было вот этого, как бы, холодного душа. Так. Ну, он напишет, Игорь, ну вы рано высадили помидоры, пока не поздно, поставьте дуги. И на полиэтилен натяните, иначе помидорам будет все. Ночи еще холодная. Нормально, ничего не будут делать, а они там переживут. Переживут. Еще потом спасибо скажут.
Потом летом заморозки будут в какую-нибудь ночь, а они будут стоячие всех стоячих. Людмила Мальцева пишет, ну все, картошку закопал, помидоры мороз. А про остальное я молчу. Вы еще, наверное, мою посадку этих не видели. А нет, уже видели, получается, я выпустил цветы. Ну все, я с огородом-то я закончил. Все, что надо, я посадил. Как говорится, вырастет, вырастет. Не вырастет, так вырастет, да? Лана Свет пишет, спасибо всем. Комменты сногсшибательные. Хи-хи, ха-ха. Че, нормальные комменты? А кто привыкли? Вот смотрите, я хоть что-то привнес, да, например, как я посадил помидор. А кто каждый выходит, смотрите, как я идеально сажаю помидорки, шпылинки сдуваю, это ж берут этот зубную щетку, аж бедненькие, шмаки аж листиком делают, вот эти все утюгирные помидорки, это корневище, вот это все, прям аж как посмотришь, аж тошнить хочется. И каждый друг перед другом вот ролики снимает у меня с правой колонки, каждый хвастает, смотрите, как надо, самые лучшие помидоры. Вот как я посадил, так и надо, учитесь у меня, а не у кого-то там. Вот, правда жизни, суровая правда жизни, что ожидает помидор. Им такая сибирская закалка хорошая. Они будут крепкие, толстые и высокие. А еще будут плодоносить 15 ведер с куста. Правда, литровых, но 15 литров это тоже отличный показатель. По идее, по-моему, с куста самые лучшие показатели это 70-литровое ведро с куста. 10 литров это вообще как повезет. Кто-то будет с пеной орал вообще за сезон орать, что и 12, и 15 литров. По факту 7 литров. Средний показатель 70 литров с одного куста за весь. Людмила Мальцева пересадит. А он еще и пересадит. Да, да, да. Марфинке пишет, хана рассади, он ненормально все делает через пятую точку. Ирина Берлина пишет, сам бы ел свои лепешки вместо пропавшей кошки, тошек, а там кошечку на улицу выдворят. Иннокентия любил и люблю. Так, Игоряша супер-пупер, садовод-любитель. Бесконечного разряда лучше сразу выбросить рассаду, а то потом скажешь, погода не такая, дожди и ветер. Ну, по идее, погода не такая, дождь и ветер, и шо мороз. Кучу было. Любовь пишет, Тошик удобрил. Спасибо за комментарий, Любовь. Конечно, он помощник такой. Да начал прыгать там это на рассаду раз-два. Я же знаю, он раз запрыгнет. Он так. И все, Тоша, не прыгай. Вон сколько зелени кругом. Кругом зелень. Помощник помогает ему, видите, ему интересно. Уже развивается что-то как. Так, Галина Серина пишет. Но сынок не умный, извините меня. Сгубил рассаду, никто так томаты не садит. Ведь писала, что не умку надо делать, а канал. И садить головой на юг. А как где у нас юг? Садить в кашу. А, ну водичкой заливать. Потом только садить. Нужно, чтобы корневая система была... Нужно, чтобы корневая система была мощной. Систему. А куда она денется? Она будет мощной. Так, из стаканчика вытаскивает. Проще простого. Опусти воду в стаканчик полностью. Он легко снимется или ножницами расстриги. Так, не понял я. Так я ножницами расстригал. Вы чем смотрели-то? Я же не в стаканчике садил. Так.
Ольга Девятова пишет, совсем плохо стало после жуткого холодного душа. Игорь, остановись. Мальфинка пишет, еще одно подтверждение, что эта семья никогда ничего не делала. Если что-то делала, то все через пятую точку. Ни одна хозяйка не смогла бы спокойно смотреть на эту посадку. Галина молча, как будто так и надо. Я не великая огородица, и то сердце кровью обливает. Спокойно смотреть невозможно. Мы южнее живем, но это не, и то еще ничего не высадили. В открытый грунт все под пленку, цветы идти под укрытием. Ой, не умный, нормально будет, все вырастет как надо. Все вырастет, успевай только ведра и мешки подставлять. Галина Канаева пишет, ох, как помидоров жалко, нормально. Там еще и перчики вырастут. Так, Елена Индюкова пишет, какой больной на голову человек в город высаживает при такой неустойчивой погоде, это диагноз. Ирина пишет, ты когда покупал рассаду помидор, неужели не мог поинтересоваться, как садить, а? Что язык отсох? Этот человек по-любому знает, что может тебе подсказали, а ты делаешь по-своему, по-двойному. Только можешь на своих вечерних заседаниях кривляться да умничать, а на деле Лидия Казьмина пишет, и все хорошо, не закрыл ничем. Хотя бы временное укрытие соорудил пленочное. У нас в светофоре лежат дешевые упаковки, пусть плохонькой, но время хватит. Неужели ночи такие теплые? Рассада хорошая, посадил, подвязал. Из бочки холодной водой полил. Игорь, где хоть ты такое видел? Совершенно согласна с Еленой Артемьевой, особенно про маму. Ну, что бы как ни делал, как ни чудил, все один в огороде. Неужели мама не может помочь? Ну, мама болеет, мама занимается своими делами. Да я и один могу это сделать, почему нет? Спасибо за комментарий, Лидия Казьмина. Инкогнито 2024 пишет, малые палочки для помидор надо длиннее делать. Так какие нашел, какие были? Длиннее можно и потом сделать. Они же не сразу так вах-вах и по 2 метра роста. Так, купи готовый парничок, продают вместе с пленкой, накрою их. Не хочу. Они у меня морозостойкие. А Анон пишет, я удивляюсь, а где мама Галина? Могла бы сыну подсказать, что и как делать. Она говорила, что рано еще, рано, сынка. Я говорю, мам, ничего не рано. Я не только повар 80-го уровня, строитель 90-го уровня и садовод-профессионал, огородник-мега-профессионал 100-го уровня. Я уже все знаю. Так, нежнее пишет, бедная рассада на ветру в тени полей себе. Мозги может вырастут. О как. Вера Сафронова пишет, а гравий что ли? В гравий что ли сажают? Нет, это суглинок, песок и глина. А еще камушки. Галька называется. Вот такой камушек, да вот таких камушков. Ну такие чуть побольше-то подуют еще. Людмила пишет, да снимать-то ему совсем нечего, Москва закончилась, а денежек хочется. Да при чем здесь снимать-то нечего? Блин, Людмила, вон многие повседневы просто вообще нифига не, даже не шевелятся. Что-то же снимают, что-то же люди снимают, ведут каналы. И вы думаете, что мы вот, по идее, влоговики, которые повседнев, да, снимаем, мы что, каждый день должны Титаник, что ли, или Аватар, голливудское кино, что ли, снимать должны? Ну вот такие странные, вот там, блин. Думаете, каждый день что-то происходит? Прям такое глобальное. Это же жизнь, ё-моё. Не всегда где-то что-то и в город, и там, и там. Нельзя же каждый день что-то такое, да, снимать. Записки дегустатора пишет, да уж, смотрю я на этот помидор и прям... Фу-фу-фу, выставляет такие видосы, она приедет к вам. А, вот это Грита.
И вообще рассаду покупает, семена покупает, что-то выращивает все лето. А потом все равно оставшийся год покупное съедят. Ни одних солений, варений своих. Вот такой аттракцион неслыханной щедрости. Ладно, с вами был Сунрай, красотуля на полчаса. Сыночка с вами на поле. Пусть помидоры крепнут. Если я потеряю в рассаде одну помидорку, я буду плакать. Если я потеряю одну перчинку в рассаде, я буду плакать. Да. Шучу. Не буду. Я буду ждать хорошего урожая и продолжать ухаживать, поливать сверху вниз. С вами был Сунуля Красотуля. Всем вкусняшек, вкусняшек, отличного настроения. Пусть помидорки с перчиками закаляются. Всем пока-пока.